У природы нет плохой погоды, зато есть холодная и ненастная. В теплых домах и с горячей водой переносить климатические изменения ивановцам будет проще. К новому отопительному сезону заменено больше 2 километров сетей водоканала. Отремонтировано 93 котла. Капремонт теплосетей выполнен почти на 80%. Все котельные, как и 37 центральных тепловых пунктов, 29 насосных станций муниципальных, находящихся в нашем ведении, равно как и 280 километров сетей по каналу, все они будут готовы к приему отопительной нагрузки. Поездку на самую большую и экономичную котельную номер 37 областного центра глава города планировал еще с весны. Отапливает она 2 крупных района – Пустошбор и Минеево, большие объекты – Интердом имени Стасова и клиническую больницу номер 5. Эта котельная полностью готова к новому сезону. Все этапы ремонтных, режимно-наладочных работ и экспертиз успешно завершены. 8 пар приготовительных котлов готовы. В остальных котельных муниципалитета картина примерно такая же. Мы удовлетворены качеством и работ, которые сделаны по котельным, и по срокам. Вот нам сегодня главный инженер доложил, что полностью готовы на сегодняшний день, готовы они к запуску даже. Но остались небольшие регламентные работы, которые они до середины, максимум конца сентября, они закончат. Серьезных проблем с началом отопительного сезона не ожидается. Холода большинство ивановцев встретит в теплых квартирах. Сложности прогнозируют только спуском котельной в местечке Балино. Там начало отоп-сезона может существенно затянуться. Мария Авдеева, Алексей Гарин, РТВ Иваново.